Пригодится. Именно по таким лозунгам отправляются лыжники и сноубордисты наверх, на склон, чтобы спуститься сытыми и довольными. Я пойду за стойку, побуду раздатчиком еды. Научи меня, Семен. Ну, предположим, если человек хочет либо солянку, мы предлагаем ему либо лимон или сметану. Они выбирают, что они хотят. А вот. Больше всего какой суп предпочитают? Ну, в основном уходит больше солянка. Соляночка. Такая жирненькая, наваристая, да? Да. Сколько нужно половников, чтобы осчастливить туриста? В основном один половник уходит на одну порцию. Вот. Так. Ох ты, с оливками! Да, два вида оливок, оливки и... А теперь лимончик, да? Лимончик, вот он. Чтобы было покислее. Лимончик. Сметану. И сметанки. А можно я ложечку туда? Пожалуйста. Плюхну? Плюх? Смотрите, ням-ням. Опять же, жаль, что камера не передает запахов, да, Семен? Да, согласен. Кому солянки? А как мне соляночку теперь предложить людям, чтобы они ее попробовали, купили? Что сказать? Соляночка от телеведущей Жени. Евгений. Девочки, не желаете ли соляночку от телеведущей Народного телевидения Хибины? Давай. Я могу вам предложить, пожалуйста. Я вчера, когда брала эту соляночку, она мне очень понравилась. С лимоном, она со сметаной, вкусно все. Что еще вам предложить? Можно хлеб, кусочек. Вам вот такой кусочек? Да, спасибо. А чем лучше подкрепиться после спуска с горы, вот прям, чтобы было приятно в животе? Ну, надо съесть суп с хлебом, выпить какой-нибудь или чай, или морс. Ну, можно какой-нибудь второй взять. Есть картошечка, есть сосисочки, сырнички, блинчики, греча, рис. Хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Рулька царица на горе пригодится. Можно немножко гречки мне? Сколько ложек надо класть, вот Вера? Вот такую ложечку. Ого, здорово. Спасибо. Приятного аппетита. Самое вкусное, Вера, вот сегодня, как на твой взгляд? На мой взгляд, колбаски свиные. Блинчики колбаски с морожкой берут хорошо. Что вам предложить? Блинчик, пожалуйста, один. С морожкой. Один? Один. Хорошо. Вера, как... Ага, так. Два блинчика в порции. Два блинчика идет в порции, представляете? А, хорошо. Угу. Приятного аппетита. Спасибо, благодарю. Вот. Можно мне вот это вот и вот то? Значит, гречу и кусок мяса, да? Да. Молодец. Вот. Да, правильно? А теперь тебе как, посочнее кусочек? Без жира. Без жира? Да. Без жира. Девочка на диете. Вот, без жира. Супер. А ты на чем катаешься? На лыжах. А вы на чем катаете? На сноуборде. А что сноубордисты обычно берут из еды? Все подряд. Семен, какие люди приходят в Румяный Джо? Опиши этого человека. Горячий, страстный, веселый. Любящий поесть, да, до отвала. Но сначала они не кушают, потому что они как колобок будут кататься. А здесь у гастрономического причала обычно большая очередь? Ну, прям такими прям муравейниками, прям по две очереди прям, ну, стоят. А замечал ли ты, что у людей румяные щечки после того, как они поедят? Ну, конечно, это же от нашей еды. Хорошему слогану и рот радуется. Сейчас будем делать гастрономические кричалки. Что
ты смотришь как лунатик, давай скорее хватай салатик. Что ты смотришь как лунатик? Не-не-не, по-новому. Опять? Вы командуйте, а мы будем... Раз, два, три. Ну что ты смотришь как лунатик? Давай скорее салатик. По-моему, неплохо. Неплохо, по-моему, получилось. Вы заслуживаете практически звание Румяный Джо. Но мы еще сейчас у других спросим. Прямую? Пряную. Нежную, пряную, сочную курочку попробую срочно. Ну, давайте. Подождите, давайте еще раз потренируем. Нежную, пряную, сочную курочку попробую срочно. Стихи просто прекрасные. Легко ложатся на язык прям... Нежную, пряную, сочную курочку попробую срочно! А я томат. Так, мы бесплатно работаем, ладно. Либо за топливо, которое горит. Вы что, нас же дети смотрят. Тогда, ну, за, ничего, тогда за сок. Или за картошку фри. Да ладно. Можно я не буду кричать по одной простой причине? Я вегетарианка. Я тоже. Можно кричать, да? Это вегетарианская кричалка про мясные колбаски. Из курочки или свинины пора колбаску в рот закинуть. Здорово. Молодцы. Можно ли на севере прожить без мяса? Все местные говорят, ну невозможно без мяса жить на севере. Никакой разницы между севером и югом для вегетарианцев абсолютно нет, потому что вегетарианцы не питаются овощами. Овощами питаются сыроеды. Это отдельное направление, возможно, они должны жить на юге, я не могу по это сказать. Вегетарианцы питаются крупами, маслом, молочными продуктами. Они и на севере, и на юге примерно в одинаковом составе представлены. Вот вам здесь комфортно? Отлично. Вы питаетесь здесь хорошо? Очень. Вот в Румяном Джо ваше любимое какое блюдо было? Пироженка. Пироженка? Видите, зря себя сладкое. О чем обычно ведут беседы за столом в Румяном Джо? Расскажи. Значит... О стране. О смысле жизни? Нет. Какая хорошая у нас страна. У нас замечательная, самая лучшая, значит, вспомни, край. Просто вспомни, какого поэта, авангард. Мы, естественно, говорим о курорте. Мы первый раз приехали, мы очень рады. Нам очень понравилось здесь катание, атмосфера, вообще погода. Скажу вам честно, первое наше посещение оставило самые радужные такие впечатления. И, конечно, вернемся сюда и увидим, что курорт развивается. Хотя мы здесь не были, но мы мониторим ситуацию. Курорт развивается, становится здесь интереснее, качественнее кататься. При большом выборе, честно говоря. Хочу сказать, что можно клонировать этого румяного джо и сделать румяный, например, бледный джо. Вкусный джо. И что-то еще. Хрустящий. Потому что я уверен, что все равно это будет все очень вкусно. Как вам сегодняшний день в Хибинах? Но мы вчера очень старались, чтобы была погода. А как вы это сделали? Вы шаманили? У нас есть такой ритуал. Поднимаем чуть-чуть в пределах разумного. Вы что? Это же нельзя говорить по телевизору, нас же дети смотрят. Да? Да. Значит, чаем тогда на травах. То мы вчера кричали всем богам, чтобы спуститься в тумане, как-то добраться до нижней точки. Сегодня полегче стало. Вас не укачивало? Укачивало. А если... как найти путь в тумане к низу? Что вас ведет? Желудок вниз, лыжи сами. Вот как найти дорогу? Охота жить. Да. Жить и жить. Да, и еще ездить и кататься. Тогда очень хорошо катается. Одеваться надо теплее. Да. А можно вообще и раздетым кататься в купальничке, только согреться изнутри. Ну это в мае только. Ну да. Какая лучшая еда для того, чтобы классно катнуть? Классно катнуть? Лучшая еда? Курочка сочная, конечно. Только что же мы. Конечно же. Сочная, пряная, срочно. Все. Тебе надо закинуться с утра, чтобы хорошо прокатиться. С утра? Мы закинулись кашкой. Кашкой. И бутербродиками. Нежный, молочный, сочный, кашкой закинься срочно. Это барбекю из футболистов. Уже подрумянился так. Вот надо еще ему немножко спинку подрумянить. Скажите, пожалуйста, вы выдержите ли в этой гастрономической очереди, пока дойдет очередь до блюда? Вы знаете, она сейчас сегодня маленькая. Вчера было в два раза больше. А вы из тех, кто сначала катается, потом ест? Или вы сначала едите, потом катаетесь? Я сначала катаюсь, потом ем, потом снова катаюсь. И это не мешает? Не мешает. А то тут некоторые говорят, что тяжело, там как колобок. Надо умеренно есть, лучше чаще. Были ли какие-то предпочтения у... туристов, вот какое-то особенное блюдо они просили сделать, и вы его сделали.
ввели в меню? Ну, это нужно подумать. Ну да, были пожелания для вегетарианских блюд. То есть блюда без мяса, без рыбы. У нас есть овощной гарнир, есть овощные запеканки. Есть еще один хороший способ приучить людей есть овощи. Достать им что-то приятное в стихах. Сейчас попробую. Тест ходит такой. Ну что ты смотришь, как лунатик? Давай скорее хватай салатик. Нет, салатик, спасибо. Соляночка очень вкусная у вас. Не прокатил стишок. Пожалуйста. Еще раз. Вот там салатик. Да. Никто не хочет салата, да? Есть еще такая кричалка. Рулька царица на горе пригодится. Действует? Да, блин, вы все не это. Есть что-нибудь с блинами там, не знаю? С блинами? Будете блины с морожкой? А это я должен сказать? Нет, вы будете блины с морожкой? Конечно. Вот тут кардинально другая ситуация. Ребенок взял салатик, но он не хочет есть солянку, а папа заставляет солянку есть. Папа заставляет есть солянку, вот, да. Конечно, сил нет. Нет, не хочу. Энергии тратим, там мороз. Нужно горяченького. Что ж без этого-то? Она салат просто хочет есть. Сама хочет есть? Салат. А салат ей мало. Нет. Салат ее не согреет. А у тебя только сосиски. Нет. Либо тогда сосиски бели вон ту. Одну солянку дайте, пожалуйста, точно. Сейчас будем думать со второй тогда. Может? Вот так вот жестко, по-хибински, жестко. По-горному. Так вот солянки с мяса, колбасы. Так, вот, чтобы было горячим и хорошо каталось. Вот. Вот так. Ну что ты смотришь, как лунатик? Давай скорее хватай солянку. Не, я лучше с грибы. Нет, спасибо. Как нет? Сметана надо? Есть зелень? И одну солянку. О! Так а что надо сказать-то? Все-таки солянку выбрали. А это я для жены. А есть курица? Я видела там курица с картошкой. Курица. Нежную, пряную, сочную курочку попробуй срочно. Хорошо. После катания сделайте хорошее фото на память. Главное, не переедайте, иначе не влезете в Танта-Мореску. Это была программа Хибина Лайв. Увидимся, пока!